вот пацаны шагают тут по дюне перекопан. Сейчас хочу залезть на смотровую площадочку и осмотреть все вокруг. Как тут вообще реально дела обстоят. Тут вообще такая природа интересная, облака низкие. Эти все дюны. Офигительский лесник Мюллер охаживал и просаживал, чтобы все не рассыпалось. Шел по лесу, нашел, блин, лодочку. Лодочка хороша. Вообще ништяк. Весла тут есть. Можно погрести. Что-то уключены, хреново смазаны. А весло такое, да, прикольно. Можно подкачаться. Вообще ништяк. Весло. Ну-ка. Ребят, такой серьезный. Толщовые. Паруса, оснастка такая нормальная, все как полагается, даже якорь присутствует. Якорь такой нормальный, из арматурки. Лодка плавала, натурально. Вот бы на ней поплавать. Как там веслом? В фильмах показывают, весло берут такие. А вот смотровая площадка какая-то. Непонятно, что тут. Блин, хотел посмотреть, как это сверху все выглядит, а тут написано: внимание, вас снимает камера. О, какая канитель. Конструкция не закреплена. Тут какой-то бункер подземный. Интересная канитель. Вон там стоит скелет оленя. И какие-то подковы висят. Бля, скелет оленя вообще дикий какой-то. Бля, такие рога. Вообще прикольные. Горизонт. Блин, круто. Пацаны, круто вообще. Ну вот, парни, это один из центральных входов на батарею Рауль. Правда, входа здесь запечатаны. А так прикольное сооружение. Здесь был центральный вход, и где-то километр идет подземный ход на саму батарею. Здесь стояли, скорее всего, аккумуляторные подземные электростанции, там и все прочее. Наверное, склад снарядов был тут. Как-то так. Ну а сейчас мы двинем на саму батарею. Идти туда прилично и по лесу. Так сооружение прикольное. Хорошо, что сейчас им тут занимаются, а то оно, наверное, вообще окончательно песком засыпалось. Ну вот, братва, собственно, вот это и есть батарея Рауль. Вот от нее, с того бункера, шла под землей какая-то обслуживающая канитель, наверное, какие-нибудь паттерны или еще что-нибудь. Вот тут плакатик повесили. Вот они, немчура в шортиках, пушечку заряжает. Ха-ха. Вот она, пушечка.
Кто хочет, может, конечно, почитать в Википедии за эту батарею, там все расписано. Могу только сказать, что вот эти вот орудия производились фирмой Круппа и устанавливались на броненосцах типа Deutschland. Как-то так. А что у нас там в бункерах-то? Лестница наверх к орудиям. Когда я 3 года назад приезжал, тут все затоплено было. Сейчас, видимо, воду откачали. Что-то здесь сделали нормально. Генераторные не откопали, там вниз шли еще генераторы. Ну вот, пацаны, это и есть батарея Рауль. Пушечка серьезная. Заряжай! Шерсан! Болты серьезные, прям как на дробильной фабрике, на дробилках. Вот кто на дробильной фабрике работал, знает дробилки крупного и среднего дробления. В принципе, станина такая же у них. Вот тоже какая-то вентиляция, видимо, была. Ну, нормально так здесь. Расчету здесь не тесно, не шиша. Прикольная такая батарея. Лупила вон туда. Короче, хорошо, что занялись восстановлением люди всего этого. Это очень интересно. Это история. А то все это дюна бы сожрала. И ничего бы здесь не осталось бы. Белочка. У нее что там, дупло? Слушай, круто. Блин, все, белки ходят. Опа, опа. И ушла такая. Проверила все и ушла. Видали, какая дичь? Это вообще дикость. Белки приходят на батарею Рауль. Это духи павших фрицев. О, сидит там, что-то рубает. Я бы не сказал, что здесь кто-то их кормит. Они сами по себе тут чкаются. Оба! Вот это круто! Вот это мы выползли! Вот это вещь! Ух! Вообще необъятная фигня до горизонта!